Дорогие, Библия говорит, что много может усиленная молитва праведника. Когда мы молимся, мы верим, Бог действует по молитвам верующих, по молитвам христиан. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Так сказано Христом в Евангелиях. И мы сегодня уже молились, и мы будем, конечно, молиться за ситуацию с церковью «Новая жизнь» в городе Алматы. Мы молимся, все последние собрания, все служения молимся. И давайте будем молиться за то, чтобы в действительности те атаки, которые сегодня там у них в Казахстане на церковь, всевозможные лживые статьи, информация лживая, которую пытаются распространять и дискредитировать верующих там, служителей там, чтобы все эти козни дьявола были посрамлены, чтобы любящим Бога даже эта ситуация была обращена ко благу проповеди Евангелия и в Алматы, и в Казахстане. Аминь. Давай возьмем за руку друг друга и будем молиться. Аллилуйя! Господь, мы возвышаем голоса за наших братьев и сестер в Алматы, в Казахстане. В церкви «Новая жизнь». Мы молим, Господь, яви свою славу среди тех гонений, среди тех атак, которые там происходят. Во имя Иисуса Христа. Зо-раман-де-штио. Аллилуйя, 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 рей-о-шти. Мы славим Тебя, Господь. Яви свою славу там, Боже, чтобы Евангелие проповедовалось в силе и славе. Аллилуйя, аллилуйя, зо-раман-де-ши-о, аллилуйя, рекабашки, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И Господь всемогущий, мы стоим вместе с ними в вере, мы стоим вместе с ними в молитве, мы молимся, Боже, да будут изоблачены, Господь, да будут поистину остановлены всякие козни дьявола там. Всякая ложь. Мы знаем, что дьявол – отец лжи, и он пытается плодить ложь там вокруг народа Божьего. Но нам не безизвестны его умыслы. И мы верим, что никогда врата ада не одолеют твой народ, не одолеют твою церковь. И мы молим, Господь, да будет посрамлен дьявол там, в Алматы. Да будут, Господь, все люди, которые распространяют ложь, посрамлены, изобличены, Господь. И да восторжествует правда твоя, Господь. Да взойдет солнце правды и исцеление в его лучах во имя Иисуса Христа. Со-ла-ре-де-ке-йо. Аллилуйя, лора мандеке. Аллилуйя, аллилуйя, лора мандеке. Аллилуйя, Господь. И мы, верующие России, мы молимся за христиан там, в Казахстане. Благослови там наших братьев и сестер, Господь. Да будет свобода для проповеди благой вести, для распространения Евангелия Иисуса Христа, Господь. Благослови, Иисус, благослови, Иисус, благослови, Иисус. Укрепи, Господь, даже когда Ты проводишь нас через долины смертной тени, мы не убоимся зла, потому что Ты с нами, Твой жезл и посох успокаивают нас, приносят нам мир. И мы можем всегда торжествовать во Христе Иисусе. И каждый верующий да скажет аминь. Давай дадим Богу большую славу за победу там во имя Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь!